Почти месяц назад, по примеру своих коллег, Галина Цыганова пришла в один из прививочных пунктов Красноглинского района получить первую дозу вакцины от ковида. «Специфика работы такая, что каждый день контактируешь с жителями», – рассказывает девушка. «Поэтому хотелось как можно быстрее себя обезопасить». Первую прививку Галина перенесла без побочных эффектов и надеется, что со вторым компонентом также все пройдет гладко. «Ощущения после прививки нормальные, что наконец-то я ее вторую сделала. Вроде как теперь я должна быть защищена от ковида. Я в полиции работаю, то есть как бы да, и в группе риска, и соответственно хотелось, ну, защитить себя и своих близких». Завершила вакцинацию Галина с приятным бонусом. Теперь она почти полноценный участник акции «Самара, я привит», которая в самом разгаре в городе. Дело за малым, девушке осталось только зарегистрироваться. В рамках этой акции среди жителей Самары, которые вакцинировались вторым компонентом в период с 1 по 25 июля, разыграют ценные призы – от различной бытовой техники до современных смартфонов. Для участия всего лишь нужно заполнить заявку на сайте samarayaprivit.rf и дождаться подтверждения. Итоги станут известны уже 26 июля. Она как минимум стимулировала молодежь. В результате все вместе, и акция, которая проходит, и угроза третьей волны пандемии, и рост заболеваемости в нашем регионе привело к тому, что сейчас у нас ажиотажный спрос просто на вакцинацию. Мы вакцинировали в предыдущий период где-то порядка 120-140 человек в день. Сейчас мы вакцинируем до 500-600 человек в день. Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет. Для этого нужно обратиться в поликлинику, записавшись через госуслуги или по номеру 122, либо прийти в один из трех круглосуточных кабинетов, которые работают при 4, 6 и 10 больницах. При себе нужно иметь паспорт, а также страховой полис и СНИЛС, если нет учетной записи на госуслугах. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События.